Основная цель работы Молодежной палаты при городской думе – привлекать молодых людей к общественной жизни Сарова и Нижегородской области, к участию в нормотворческой деятельности городской думы. Именно поэтому на базе Молодежного центра пройдет первый форум молодежных инициатив. В формате дискуссионных площадок молодежь может предложить свои идеи по улучшению качества жизни в городе, обменяться опытом, обсудить наиболее актуальные проблемы Сарова. Работа молодежи будет заключаться в следующих секциях. Это экономика, промышленность, предпринимательство, это культура, образование, молодежная политика и спорт, наука, а также будет общественно-политическая секция. Под руководством модераторов молодежь будет выявлять проблему в данной секции и, соответственно, искать решения, предлагать инициативы. У каждой инициативы есть возможность побороться за звание лучшей. Командам нужно будет защитить свою инициативу перед другими участниками и приглашенными экспертами, руководством города, ядерного центра, членами молодежной палаты. Победителя форума определят сами участники с помощью онлайн-голосования сразу после защиты. Мы немножко решили изменить привычный формат проведения таких форумов. И наша задумка как раз состоит в том, чтобы молодежь не знала до начала форума, за какую секцию они будут работать. Это позволит нам как раз генерировать совершенно новые идеи и, так сказать, предупредить подготовленность действий. Лучшую инициативу рассмотрят на заседании молодежной палаты, чтобы помочь в ее реализации. Члены палаты обсудят также и остальные инициативы. Заявку на участие в форуме может заполнить любой желающий от 16 до 35 лет в группе молодежной палаты ВКонтакте. Форум молодежных инициатив пройдет в пятницу 21 октября в 16 часов в молодежном центре. Подробная информация по телефону 8-930-285-10-00. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.